Всем привет, вы на канале Саня Механик. Сегодня как бы я нахожусь в гараже один. Снять не было возможности замену ГРМ. Но я хочу вам показать метки. Метки ГРМ, это Kia Ceed, 2008 год, 2 литра, коробка автомат. Покажу вам в двух словах. Тяжелого ничего здесь нет. Здесь мы сняли кронштейник, поддомкратили снизу двигатель, сейчас покажу. И сняли две крышки. Здесь одна крышка ставится. Вот она. Прикручивается она на 4 болта. И здесь крышка прикручивается на 5 болтов. Она становится снизу. Вот так я поставил домкрат. Под поддон через пластиночку поддомкратил и снял подушку. Сейчас вам покажу метки ГРМ. Покажу вам распредвал. Шестерня распредвала. Здесь написано up и есть отверстие. Up — это у нас идет вверх. Отверстие здесь на головке. Есть, видите, красным отмечена прорезь. Вот это отверстие должно совпадать напротив прорези. И на шкиве с двух сторон. Здесь уже дублировали корректором. Ну, здесь есть выборки на зубе. Здесь и здесь. Получается, сейчас я уберу. Получается, у нас метки идут по крышке. Здесь четко по крышке. И здесь получается четко по крышке. Если мы возьмем вот этот зуб, вот на котором у нас отметка, вот этот зуб, и перенесем его сюда, вот он четко у нас совпадает с торцом клапанной крышки пластиковой. Вот видите, четко совпадает здесь. И так же самое, если мы эту меточку перенесем в край, она так само совпадает с торцом клапанной крышки, с вот этим переходом. И все, и спускаемся на коленвал. На коленвале у нас так же самое, здесь корректором продублирована метка, но здесь есть выборка на шестерне. И если обратить внимание, вот так прямо на блоке, видите, вылитая галочка. У нас получается на шестерне метка совпадает четко с этой галочкой. Вот все метки ГРМ. Все очень просто. Здесь стоит натяжной ролик, натягивается он шестигранником против часовой стрелки. И здесь у нас есть отметка норма. Стрелочка и вот выборка. Стрелочка должна находиться там, где выборка. Это старый ремень. Сейчас я сниму, поставлю новый и покажу вам еще новый ремень. Я еще буду менять помп. Помпа здесь находится сбоку блока. До ГРМ она никакого отношения не имеет. Она приводится ремнем генератора. Хозяин решил, как бы, если все уже разбираем, уже поменять помпу, генератор, ролики, и на какой-то большой срок уже забыть о всех этих проблемах. На радиаторе у нас внизу находится краник, откручиваете краник, и снизу есть специальное отверстие, с которого вытекает антифриз. На блоке слива нет, сейчас сливаем максимально все с радиатора и будем откручивать помпу, менять помпу, потом ставить ГРМ. Все, поставили ролики новые. Поставили новый ремень, поменяли помпу. Вот натяжной ролик. Поставили ремень, сюда вставили шестигранник, крутили против часовой стрелки, пока вот эта стрелочка не совпала здесь с меточкой. Вот, видите, здесь все в метке. Распредвал у нас, видите, четко в метке. И коленвал у нас в метке. Все, ставим крышки, ставим кронштейн, подушки, опускаем домкрат, собираем и запускаем двигатель. Все собрали, все отлично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Саня Механик. Всем пока.